Здравствуйте, подписчики, вы на канале Веселые котята. И мы сегодня будем учиться считать на абакусе. Что такое абакус? Абакус — это такие счеты. Смотрите, 1, 2, 3, 4. Не хватило, значит, мы делаем вот так. Вот, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Все понятно? Угу. Теперь я буду примеры показывать, а вы должны их решать. Нет, показываю, как решать примеры. Допустим, 2 плюс 2. Берем 2 косточки и 2, будет 4. 2 плюс 3. Нам не хватает, мы берем одну сверху, да? Угу. 2 плюс 7. 2. Плюс 7. Будет 9. Угу. Не понимаю, как ты это делаешь, но прикольно. Я училась на ментальной арифметике, но я уже ушла. Теперь давай еще раз задавай. 100 плюс 100. 100 плюс 100 – это вот третья уже пуговочка. Третья, значит, это сотни. Потом идут тысячи. Потом идут 10. Тысяч. Потом это 100 тысяч. Тысячи, десятки тысяч, 100 тысяч. А это уже миллион. Интересно.